900 grams of flour, sieve, fill it with oxygen and get rid of impurities. 900 граммов муки, просеем, насытим ее кислородом и избавим от посторонних примесей. In a separate bowl, remove some flour. If you need it, then we can always use it. В отдельную чашу уберем немного муки. Если она нам понадобится, то мы всегда сможем ее использовать. Put 12, maybe 13 grams of dry yeast. If you are not sure about them, then you should check them first. Положите 12-13 грамм сухих дрожжей. Если вы в них не уверены, то вам стоит вначале их проверить. And 1 tablespoon of sugar и 1 столовую ложку сахара. Mix well. Хорошо перемешается. In the middle make a hole. В середине сделайте лунку. One and a half cubes of dry chicken broth. Pour 50 milliliters of boiling water to dissolve them. В 1.5 кубика куриного бульона залить 50 миллилитров кипящей воды, чтобы его растворить. Pour 400 milliliters of warm water into the well. Заливаем в лунку 400 миллилитров теплой воды. Knead the dough in a clockwise direction и замешивать тесто по часовой стрелке. When you have almost collected the dough, you can add 50 milliliters of chicken broth. Когда вы уже почти собрали тесто, можете добавить 50 миллилитров куриного бульона. And knead further, then bring the dough to the desktop. И замешивайте дальше. Затем вынесите тесто на рабочий стол. Now you can add 2, maybe 3 tablespoons of any vegetable oil and work with it until it's elasticity. Сейчас можете добавить 2 или 3 столовые ложки любого растительного масла и работайте с ним до его эластичности.
pull the dough to the middle, form a ball, and send to a warm place for 1 hour. Cover it with a lid on top from drying. Натянуть тесто к середине, сформировав форму шара, и отправить в теплое место на 1 час, сверху прикрыв крышкой от пересыхания. We take out the dough, walk a little with it, expel the gases, and divide it into equal parts. Достаем наше тесто, немного поработаем с ним, выгоняя газы, и разделим на одинаковые равные части. Here I got 4 pieces of 327 grams. У меня получилось 4 штуки по 327 грамм. Pull to the middle, form the shape of the ball, cover with plastic wrap and leave for 20 minutes. Натянуть тесто к середине, сформировав форму шара. Прикрыть сверху полиэтиленовой пленкой от пересыхания и оставить на 20 минут.
cover with plastic wrap and let stand for 20 minutes. After this, with yolk, a little bit with milk. Прикрыть сверху полиэтиленовой пленкой и пусть постоят минут 20. Через 20 минут смазать желтком, чуть-чуть разведенным молоком. In the yolk, add a little milk or cream and beat slightly. В желток добавьте немного молока или сливок и слегка взбейте. Put some cumin seeds in the middle. Немного в середину насыпьте зиру. Put the oven on 446 Fahrenheit. It is 230 degrees Celsius. Выставить духовой шкаф на 446 Fahrenheit. Это 230 градусов Цельсия. Bake 10 minutes. Выпекайте 10 минут. After 10 minutes, reduce the temperature. Через 10 минут снизьте температуру. 410 Fahrenheit. На 410 Фаренгейт. И через 210 degrees Celsius. Это 210 градусов Цельсия. And bake until golden brown. И выпекайте до золотистого цвета. Let's cut and see what we got inside. Давайте разрежем и посмотрим, что у нас получилось внутри. On top they are crispy. Soft inside, very soft. This crispy. Внутри они очень мягкие, а сверху они хрустящие.